Доброе утро, малыш. Ты проснулся, мой милый? Мой сладкий, наш ненаглядный. Съесть тебя целиком и полностью. Асье, что ты делаешь на улице в такой мороз? У тебя только спала температура. Я соскучилась по свежему воздуху. Да еще и кости заболели от недельного лежания. Нет-нет, так нельзя. Ты еще не выздоровела. Приедет врач и спросим у него. Есть очень свежие яйца. Я сделаю омлет. Чай вот-вот будет готов. Заходи в дом. Заходи. Ты очень хороший человек. Вы так усердно заботились обо мне с тетей Марьяман. И о моем сыне. Я не знаю, как вас благодарить за вашу доброту. Поешь омлет, и мы что-нибудь придумаем. Ну почему ты ничего не ешь? Я молчу, так как ты болеешь, но тебе нужно лучше питаться. Пошли. Какие вы проблемные. Я немного прогуляюсь. Ильяс. Ильяс, давай поговорим. О чем нам говорить? О чем говорить? Ты не в состоянии говорить, слушать и понимать. Я тебя не знаю, пока ты не выгонишь из дома эту женщину. Один раз я уже позволил сделать из тебя идиота. Довольно. Результаты мы все видели. Достаточно. Все обстоит иначе. Айча меня любит. Ну да, как же. Кто бы мог подумать? Поэтому она разгуливает по заброшенным ресторанам с другим мужиком, верно? Не смеши меня. Это тот подлец. Это тот подлец насильно увез ее. Она всю дорогу умоляла его. Говорила, что любит меня. Она сказала, я люблю Тахира, а он силой увез ее. Я не могу тебе что-то советовать. Слушай, все они одним миром мазаны. Они лгут нам, изворачиваются, всех нас обманывают. Очнись, протри глаза, брат. Я тебе кое-что скажу, и ты поймешь. Ты знаешь, где нашлась Асье? Асье нашлась? Где? Нашлась. Дома у господина Джамшита. Тебе это о чем-нибудь говорит? Дома у Джамшита? Столько времени семья не звонит по поводу Асье, господин Джамшит. Может, они скрыли это от ее отца? Я ничего не понимаю. Насколько я знаю, господин Бахатин, если бы он узнал, он бы тут же нагрянул сюда. Это кстати. Асье только сейчас приходит в себя. И эта обстановка идет ей на пользу. Конечно. У тебя будут большие проблемы, господин Джамшит. Может, мне сообщить им? Я не знаю, как тут быть. У меня не будет проблем, не волнуйся. К тому же им с Мехметом очень хорошо здесь. И если она уедет к ним, ее снова лишат покоя. Я не знаю, пусть Асье сама решает. Но советую ничего никому не говорить, не спросив ее. Если Бахатин узнает, что Асье живет тут столько времени, он живет нас сосвету. А тебе и невдомек, наивный.